По-русски варган, по-казахски шан-кобыз, по-эстонски пармупель, по-якутски хомус. Под такими названиями этот музыкальный инструмент еще в давние времена бытовал среди самых разных народов. Говорят, его разнесли по свету пастухи. На хомусе нет простого звука. Тот, кто играет на хомусе, передает свои чувства и свои мысли через этот музыкальный инструмент. Так раньше, когда у нас не было грамоты, якутская девушка объяснялась в любви через этот музыкальный инструмент. Это казахта шан-кобыз дейді, у всех же есть такие. Этот инструмент называется у казахов шан-кобыз. На нем в основном играют женщины и девушки. У нас у долган барганом любили играть во время праздников и в торжества. Это моя бабушка рассказывала, что барган делают из оленей кости, из ноги. И на нем играли молодые, когда пасли оленей, когда отдыхали. И это наша единственная музыка была. В руках у меня эстонский народный инструмент пармупель. Перевести его можно как инструмент шмель. Но говорят у нас, что у хорошего ребенка много имен. И пармупель называют еще конопиль как инструмент лягушка. Когда ты был молодым, больше внимания обращала, а сегодня почему-то с охоты вернулся и не улыбаешься. Как можно все это понять? А листья, когда шуршали, когда березы расцвели, если были бы мы только вдвоем, те молодые, как раньше были, тогда я бы сказал тихо в ухо. Она через хомус могла обрисовать этого человека. Глаза, брови, губы, лицо и его походку. Смысл этой песни заключается в том, что муж приходит домой и начинает петь. Вот жена, матрёна, вот я пришел домой, а там какие-то сани стоят, я захожу домой, и здесь чужие вещи валяются. В чем дело? Скажи мне, скажи. Известно, что тувинские шаманы пользовались темир-хомусом. Но неизвестно, что якутские шаманы или шаманки не пользовались этим инструментом при камалании. Но исторический документ есть. Однажды в город Верхоянск приехала шаманка по имени Дерльер, в переводе «прелестная». Она имела при себе 7-8 посеребряных хомусов и в деревянном футляре. Пармупель. Под такими названиями этот музыкальный инструмент еще в давние времена бытовал среди самых разных народов. Говорят, его разнесли по свету пастухи.